Дорогие соотечественники, потихоньку в мире происходят очень интересные события. Вот не дали, как этой ночью, вот, послушал я в оригинале, как говорится, в реал-тайме, выступление президента Соединенных Штатов Америки перед Конгрессом. И он произнес удивительные фразы. Несколько таких, об этом, что мне запомнилось. Он сказал так: я, говорит, не нанялся представлять весь мир. Я нанялся представлять свою страну, Соединенные Штаты Америки. Если кто не понял, это фактически означает конец эпохи глобализма и наступление новой эпохи постглобализма. Что означает постглобализм? Это означает, что мир становится многополярен. Чтобы разобраться, что происходит и что будет происходить с экономиками таких стран небольших, как Молдова, в условиях вот этого постглобалистского мира, о котором объявил никто иной, как сам президент Соединенных Штатов Америки, мы пригласили в студию доктора экономика, эксперта и просто очень честного исследователя и профессионала Михаила Пойсика. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Вот такой странный зачин в этом мире. Нет, происходит очень, что-то. Очень правильно, очень правильно. Сейчас происходят такие глобальные подвижки, и ломаются очень многие стереотипы, и открывается, собственно говоря, и новое видение на проблему. Уже сегодня не говорит, что мы всех будем вытаскивать, мы все будем как бы за общее дело, европейцы особенно. А сейчас вот вы знаете о том, что 4 спикера, они объявили о том, что они хотят создать федерацию, это Германия, Франция, Италия и Люксембург. Mm-hmm. То есть, по сути дела, тогда все остальные как бы по боку, то есть, как бы есть такой момент уже. То есть, начали как понимать... бы отцы-основатели. Да, да, отцы-основатели. У нас особый клуб. Все звери равны, но некоторые равнее. Равнее, да. И второй момент, который принципиально, о котором говорят очень многие экономисты, о том, что есть те, которые забирают себе сливки, да, а все, что плохое, отдают на периферию. И вот, к сожалению, Молдова как раз оказалась периферийной страной, которая в обслуживании Запада. Но это мы потом поговорим. И самое поразительное, что если уж запищали, так сказать, члены Евросоюза, Болгария, Греция, Румыния, Португалия, Испания, да Италия в последнее время, ее что-то в этот клуб не приняли, привилегированных, я что-то не слышал. Нет, вот четыре страны назвали, вот как бы вот эти четыре не хотят. Ну, имеешь в виду, что все-таки Италия протиснулась туда, даже с ее огромными долгами и проблемами. Ну, там иначе больше некого составляли, остальные еще хуже, будем говорить. Там же все правила балом три страны. Это Англия, это Франция, это Германия. Но Англия как бы сбегла. Да-да. Вот. Главное, пулеметчик вовремя сказал. Да, так хоть Италию вместо нее. Да-да-да. Но вопрос заключается в том, мы-то не являемся членами Евросоюза. И не будем. И никогда нам прямо немцы так и открыто заявили. Другие дипломаты других стран такие, они как-то более деликатные. А немцы, вот тот же Штайнмайер четко говорил: ребята, и не мыльтесь, и не надейтесь. Это все дело. Ну, представьте, к вам пришел на порог учиться дверь, какой-то дальний родственник, там, по бабушке, по этот, в лаптях, грязный, немытый. С проблемами. С проблемами. Говорит, можно я тебя буду здесь жить с тобой, как бы вместе? Вы захотите иметь, когда у нас, как бы,
какой показатель не возьмешь, начиная с ВВП, который раз в 20 ниже, чем, а в развитых странах там и больше, 30 и 40 раз меньше, чем у них на человека. То есть, представляете, уровень развития с огромной преступностью, с коррупцией и так далее. Кому нужен такой родственник, который будет пьянствовать на кухне и травить мне жизнь? Поэтому и создавать проблемы. Максимум, что мы можем фильтровать, который наиболее лучше, мы можем взять себе в няньку, там, памперсы менять, там, или Между прочим, а если вот насчет, вот мы смеемся обычно, вот памперсы и все такое, а ведь, как это ни странно, в Прибалтике хваленой, которые нам все время любили наши либерал-демократы совать, вот я помню, что не случай, а вот в Прибалтике. Так вот как-то в этой, а вот в Прибалтике большие экономические проблемы. И что интересно, вот люди из АВОД Прибалтики, а вот я имею в виду, дескать, нечто отличное, занимаются очень похожими системами обслуживания, причем бывшие учительницы, там, учителя, люди, инженеры образованные. Вот они. В этом же трагизм, мы же просто недавно сами говорили о том, что треть детей старшего возраста у нас вообще не учатся, то есть как бы они предоставлены сами себе. И проблема образования, она у нас одна из острейших проблем. То есть мы теряем постепенный интеллектуальный потенциал. И зачем он здесь нужен, если так образно говорить? Если мы шьем на давальском сырье все, либо делаем на давальском сырье для европейского, поставляем примитивное сырье, то есть, в принципе, нам и не нужны интеллектуальные люди. Для того, чтобы производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, да, здесь нужен высокий интеллектуал. Но мы сами произведем, то есть европейцы так считают, как бы эти развитые страны, а мы вам дадим что-нибудь, кабель порезать, там, по нашим лекалам одежду сшить, там, обувь сшить и так далее. Вот это максимум, на что вы можете рассчитывать. За счет того, что прав тут качать никто не будет, платить ему будем столько, что в самой Европе такая... говорили... Вот Лянка и другие евро, так сказать, супероптимисты. Да, ребята, сейчас пойдут инвестиции, да зарплаты будут, как в Европе. Чего-то ни инвестиций не видно, ни зарплат, как в Европе. Как-то все это казалось, просто говоря, блефом. Да, ну, причем нам уже, как оказалось, в итоге, что нам даже, мы тоже на прошлой передаче с вами говорили, что нам даже не доверяют выращивать мясо, молоко. Максимум, что могут позволить, это пшеницу, кукурузу, подсолнечник. Орехи, это мы заберем, сами сделаем и вам отправим уже как бы готовую переработанную продукцию, тоже мясо, те же овощи, те же фрукты и так далее. То есть, к сожалению. Если растениеводство, скажем так, еще в тех или иных формах, или рапс этот, который высасывает из полевые земли. Полевые культуры. Не растениеводство, не все. Растениеводство – это овощи и фрукты, не доверяют. Кстати, вот насчет растениеводства. Вот недавно Гречана приводила такие цифры. Вот, кстати, и ты часто, вообще убийственно. От нас две фуры яблок. Да. Где-то... Оттуда 1500 тонн. Объясни нашим дорогим телезрителям, у которых еще всякие иллюзии в голове. А ведь это уже растениеводство, все-таки яблони. Да. Яблоню надо и повозиться, сад заложить, там технологии. Это гораздо сложнее, чем что-то засеять там сбрить этот урожай. Тут куда посложнее будет. Ну вот я просто, чтобы телезрители понимали, у нас 925 тысяч пользователей земли. Да? Надел в среднем около 2 гектар. Значит, для того, чтобы производить те полевые культуры, которые нас загоняют, вот я говорю, пшеница, кукуруза, подсолнечник. Орехи это вообще, то есть там урожайность мизерная, вы знаете, неудобие. Что-то с рапсом как-то одно время было. Рапс тоже есть, но он не такой большой удельный вес занимает, как бы, как вот те культуры, которые назвал. Я думаю, это после того, как обвалились цены на нефть, стало не очень выгодно, так сказать, получать. Нет, все равно там есть, там это отдельная проблема, это... Но истощается земля. Для дизеля, который работает, да. Значит, дело в том, что вообще и подсолнечники, и рапс, масличные культуры,
по технологии нельзя сеять чаще, чем раз в 6 лет. Угу. Потому что... То есть, оборот такой... Обязательно, да. Во-первых, они сушают почву очень сильно. А второй и микроэлементы. Момент, но самое страшное, там есть заразиха. Значит, такое растение, которое на корне подсолнечника, угу. вот если кто-то видел, угу. растет такое желтенькое растение, паразит. Угу. Паразит. Оно растет. То есть, должно пройти примерно 5-6 лет, чтобы эта заразиха вымерзла за эти годы. Потому что если вы посеете через год, то вы урожай подсолнечника уже не соберете, то есть это все будет... То есть, скажем так, подсолнечник – это некий носитель вот это, и надо да. большой срок, чтобы... Да. И то же самое, крапс, он тоже, там есть свои проблемы. Но то микроэлементы, говорят, высасывают. Да, то есть после него, в этом и смысл всего оборота, что должна быть сменяемость культур, потому что одни культуры питаются одними микроэлементами, другие другими и так далее. И кроме того, одни растения на одну глубину заходят, как бы другие на другую глубину, и так корневая система. В этом особенность. Но проблема, я не об этом хотел сказать. Я был в Штатах, значит, там считается, что вот если у вас меньше 2000 гектаров, это выращивание полевой культуры, это Северные Штаты, значит, то это фазенда. То есть муж с женой возделал 2000 гектар, у нас 2 гектара. Понимаете, да? То есть как бы разница. То есть надо 999 семей отправить куда-то, а у нас создать ферму на 2000 гектаров, выращивать пшеницу, кукурузу. Мы этого добиваемся. Хотя, в принципе, у нас пшеница, кукуруза – это те культуры, которые, по сути, идут как кормовые в основном. Во-первых, в той же Америке не выращивают кормовую пшеницу, там только продовольственная. Угу. Но чтобы телезрители... С высоким уровнем содержанием клейковины. То есть выше 18%. Особые, да, 18%. У нас не соблюдаются технологии, семена и так далее, и так далее. Поэтому получается низкий, и она идет только на гром скотовую, потому что хлеб получится как лепешка, он не поднимается. Угу. Хлеб из сильной пшеницы, он пушистый такой и долго не черствеет. Угу. Вот как бы, из-за этой самой клейковины. Да, из-за этого. Вот это как белок. Да, это белок, да, говоря. Протеин. Значит, вот это как бы основной момент. Но мы не об этом сейчас говорим. Мы говорим о том, что для того, чтобы быть конкурентоспособным... 2000 гектар и 2 у нас. И 2 у нас. Вот о чем мы говорим. О какой конкуренции Да. Это соответствующие технологии, это соответствующие машины, это соответствующие... То есть тогда это окупается и оправдывается. Да, тогда он получает прибыль и так далее. То есть он как бы нормально существует. У нас же особенность заключается наших почв в том, что у нас уникальные органолептические свойства у тех продуктов, которые выращиваются на этой почве. То есть особый вкус, аромат. Да. Вот я был в Израиле, был во многих европейских странах и так далее. Попробуйте эту клубнику. Да, она красивая, она как... На вкус как трава. Кисленькая, сверху красненькая и все, и ничего. Вот я в Израиле, перец. Вот такой большой перец, значит, в палец стенка толщиной, начинаешь есть бурьян. То есть вот, чтобы было понятно. То есть почему? Они выращивают на песке. Поливают водой, добавляют какие-то удобрения. Да, удобрения, да. Масса получается большая. Ну, и мы сами покупаем яблоки, которые сейчас импортные. Ну, красиво упаковано. Да, она... Все. Ведь сегодня возьмите помидор, ударьте об землю, с него ничего не выточит. Разве сравни с нашим помидором, который настоящий, был нашими сортами и так далее. Разрезаешь вот эти... А там белеса все, а да. А там белая дрова. Да, ни вкуса, ничего нет. Даже. Дров нарубал и салатом назвал. Вот в чем особенность. И, конечно, здесь у нас потенциал большой. Но я хочу, чтобы телезрители понимали, что ни одна страна на производстве сельхозпродукции не стала богатой. То есть она не... Израиль вот экспортирует продовольствие, такая маленькая страна, на песке, более чем миллиард долларов. Вот бомбы. И тем не менее, это не является основной статьей его экспорта, да, а это, прежде всего, технологии, оборудование, и, машины. И безопасность, потому что страна, которая считает, что ей не обязательно заниматься сельским хозяйством, не очень мудрая. Я считаю так, вот в экономике, если посмотреть, всегда надо иметь вот свой сад, свой огород на всякий случай. Я согласен. Но на этом богатым, конечно, не станешь. Есть два момента тоже, тогда давайте определимся. Значит, первый, вот насчет продовольственной безопасности. О, слово безопасность. Да, продовольственная безопасность. Значит, это проблема больших стран, таких как Россия,
допустим, как Франция, как Германия, там действительно есть проблема. Почему? Потому что у них есть крупные игроки, а для мелких стран нет проблемы продовольственной безопасности. Почему? Потому что главное заработать деньги. Есть государство Сингапур, которое не выращивает, по населению оно как Молдова, не выращивает ни одного огурца, ни одного помидора. Но тем не менее, я там был, и продукты питания стоят значительно дешевле, чем в Молдове. Главное заработать деньги. Сегодня купить можно везде все, что угодно. Другое дело, что если ты Россия или вот, большая страна, тебя могут начать блокировать вот в этом вопросе. Вот как санкции пошли, да. Санкции, Россия сразу на первое место в мире по зерновым вышла. Да. Сразу. Опа. Да. Жизнь оставлена. Вот, поэтому у нас не так важна продовольственная безопасность. Для нас важно заработать деньги. Продовольствие в конце концов можно купить. Это для маленькой страны это не является. Кушать дрова и эти. Согласен. К этому стремиться не надо. Чтобы на полях рос бурьян, к этому стремиться не и надо. И чтобы мы выращивали только одну пшеницу, кукурузу, подсолнечник, да, и рапс. Да. Вот это главное. То есть наша страна, она всегда славилась овощами, всегда славилась фруктами, славилась виноградом. Дальше всякие конфитюры, там всякие мы столько о нем говорим, мы столько проблем. Сейчас наиболее прогрессивная технология в переработке сельхозпродукции – это заморозка. Это наиболее эффективно и так далее. Но проблема заключается в том, что из-за того, что у нас неразвитое сельское хозяйство, там она эффективна тогда, когда вы начинаете вот с первых, допустим, там, начала июня, и заморозка идет до декабря. То есть когда все продумано, да, все цепочка. Выделено, цепочка. А мы не можем закрыть эту цепочку. Mm-hmm. То есть кто-то выращивает помидоры, кто-то выращивает огурцы, кто-то выращивает другое. И причем это нестабильные поставки. Вот когда договариваешься, например, с крупными импортерами, и говоришь, я могу предложить по цене в полтора раза дешевле, чем ты покупаешь. А ты можешь каждую неделю мне поставлять по тонне. Кстати, в Молдове есть такое. Вот как ни странно, село Покровка, старообрядцы, староверы. Вокруг села мужики или пьянствуют, или померли, или давно уехали. Это самое. А там из Федеративной Республики Германии старообрядцам регулярно приходят фуры. Их загружают. Каждую неделю есть чем загрузить. Вот то, что ты говорил. Да. Потому что та же земля, та же страна с теми законами, теми же, с вороватыми теми же самыми чиновниками, разгильдяями, партийными придурками и все. И вот Покровка, оказывается, можно и у нас, даже в этой каустической среде. Что это такое, Миш? Что за странность такая? Нет, это культура и самобытность. Я просто сейчас дальше еще расскажу. Значит, вот у нас в Молдове были немецкие села. Сейчас они многие... Вот если кто бывал в немецких селах, их особенно вот много под Тирасполем было далее, было на юге и так далее. Вы приходите, улицы мощеные камнем, то есть идеальные дорожки. Чистенько, порядок. Все чистенько, все порядок и так далее. И вот я продолжаю мысль, то, что я хотел сказать. Да. Как бы вторая сторона вопроса сельского хозяйства. Европейские страны, они, абсолютное большинство, они поддерживают не ради продовольственной безопасности село, а ради сохранения патриархальной культуры. Потому что национальные особенности страны, той же Франции, той же Германии, они не в городе сохраняются, они сохраняются в селе. Поэтому они всячески стимулируют фермера для того, чтобы та самобытность этой народа. Туризм. Еще раз подчеркиваю, им главное сохранить национальные особенности, вот, чтобы она не была размыта. А кто, батенька, у нас беспокоится? Мы же такая богатейшая страна, столько этносов, столько культур. Вот кого голова болит об этом? Никого. Я вот, знаете, меня потрясло, вот буквально где-то недели 3-4 тому назад начался очень большой скандал. Я просто приведу пример такой парадоксальный. Думаю, что многие телезрители о нем не знают. Значит, у нас говорят, почему к нам не идут инвестиции? Mm-hmm. Сейчас вчера публиковали уже итоги прошлого года по уровню инвестиций. Значит, они в целом сократились с 2008, когда пришла новая власть, в долгосрочные материальные активы. Да, они сократились примерно в 1,4 раза. И в том числе за прошлый год на 13,9%.
инвестиции. Вот почему сокращаются инвестиции? А если прямые иностранные инвестиции в внутреннюю экономику, там вообще 15-й год в 3,9, а 9 месяцев пока нет года, да? Там на 41% еще. Представляете, 3,9 и 49. Да, да, было 711, стало 184, и вот сейчас еще 41. Ну, примерно тот же процент будет и в целом по году. Так вот, одно из главных факторов не тот, что авторитарный стиль управления страны, демократический, либеральный и так далее. Главное, стабильный. То есть я пришел в эту страну, или я здесь живу, я должен знать, что вот по таким правилам буду жить в этом году, в следующем, в третьем. И в принципе, налоговая политика, так она и строится. Я в этом все время декларирую, что мы должны утверждать налоговую политику на 3 года вперед, и по мере необходимости мы как бы на 3-й год ее как бы совершенствовать. Никаких этих дерганий, никаких прыжков. Да, и вот что они натворили, будем говорить так. Не предупредив ни общество, нигде не обсудив, никаких предварительных документов не было в новой политике. Вдруг выходит 16 декабря этого года, уже прошлого года, выходит, значит, в налоговой политике, там дополнение, раздел, связанный со сбором тары и упаковки. Значит, и там дается этот, во-первых, говорится, что создается экологический фонд, и там общие такие фразы, что создать там систему менеджмента и так далее, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Все красиво. Да, в этот записан пункт. Но вопрос не в этом. Возникает вопрос, первый. Значит, 16-го подписали закон, да, где-то в 27-го вышло монитор официал в декабре, да, вступил в силу с 1 января, да, так. 25 февраля уже надо было оплатить первый сбор за этот, как бы, да. Значит, там будет такая система. В зависимости от вида упаковки, в основном там идет по объему, значит, если у вас до литра, это 0,8 лея надо доплачивать. Если свыше 3 леев, то свыше, там есть 1,5, есть 3 лея и так далее. Там есть разные градации, не будем сейчас как бы в этом. То есть за тару. За тару, да. По идее стоит вопрос об ее утилизации. Но, ребята, кто против утилизации этой тары? Да? Это же необходимость просто. Да, это необходимость. Вы мощности создали. Вы знаете, как будете собирать. Вот давайте будем говорить, у каждого дворе есть мусоросборник, который есть как бы общественный. Стоит рядом контейнер для стекла, контейнер для пластмассы, контейнер для бумаги. И что там лежит? И как рядом бутылки валяются, и как это все наворочено и так далее. То есть никто никого не штрафует, никто не этот... Да никто не занимается. Никто не занимается. В нас... Все пилят деревья на Стефана Калмара. В парках, это везде, в лесопарках, горы мусора разжигают, костры оставляют. И вот они вводят, теперь возникает вопрос. В приложении не перечислены все виды пластмассы, тары, которые берется сбор. Как с ними быть? Дальше. Вы импортируете тару, вы должны уплатить налог. Или производите уплатить налог, да, это сбор этот. Но возникает вопрос, а если вы эту тару отдаете для экспорта? Так. Вам же должны вернуть это деньги, по идее. Вы же экологию здесь не портите? Конечно. Ни слова, никто не знает ничего, как это дело быть, да? Значит, то же самое при импорте тары вы тоже должны, и при производстве при импорте вы должны заплатить, а как вам вернут, никто не знает. То есть там возникла масса проблем. Теперь смотрите, вот если вы покупаете коробку парфюмом, да, за 1000 леев, и доплатите там 1-2 лея, на которую еще накрутите НДС 20%, это не проблема, никто это не заметит. Но если вы покупаете пипетку, так. Если вы покупаете шприц, то там цена удваивается. Валерьянку. Потому что по отношению к цене самого упаковка становится весомой. Да. Потом возникает вопрос. Вот вам коробка конфет. Да. Расписано в объемах. Как измерить объем этой коробки? Линейкой. Вы посчитали, что там 0,999 литров. Да? А проверяющий посчитал, что ровно 1 литр. Соответственно, штраф, понятно, пеня и так далее, то есть как бы это, санкции. То есть возникает масса таких коллизий, на которых нет ответа. Будем говорить, те, кто продавцы в магазинах, то есть как бы это сфера торговли, сфера производства и так далее. Многие вопросы нет, они сами не знают, как ответить. Инструкции уже писались, по сути дела, после Нового года. То есть...
Миш, вот как в такой стране будут развить инвестиции? Миш, я понял, к чему ты ведешь. Я говорил о Покровке, да, которая ухитряется при всем этом бардаке и прочем, что у нас тут за эти годы после советской власти понаворотили. Значит, они ухитряются. Я говорю, фура приезжает каждую неделю и что-то увозят. И стандартного качества, то есть гарантированного качества. То есть могут. Вот. То есть, оказывается, культура у этих старобрядцев, староверов, вот отношение ответственное, вот это вот их именно культурное. Или культура, скажем, в Израиле, где вот на песке, на голом все делается с умом, то у нас оказывается, что из-за вот этой чехарды, из-за прихода непрофессионалов и просто безответственных людей, лишенных какой-то элементарной культуры мышления, культуры поведения, культуры ведения профессионализма и так далее, мы все время вляпываемся в какие-то коллизии, мы все время, у нас возникают на голом месте какие-то проблемы. Сколько там, 350 деревьев собирался какой-то чиновник порубать? Я думаю, порубаю на бульваре. Вот, это же тоже, ну что ты хочешь? Если пришли к власти люди, которые не понимают, они не горожане, они не понимают, что такое город. Особенно город, который имеет культурную специфику, где эти улицы что-то значат, что это формирует вид города, что тем же туристам интересны не вот эти свечки дурацкие, которые безалаберно поставлены. Да. Им интересно, как когда, помнишь, пройду по Абрикосовой, зайду на Виноградную, как у Антонова. То есть вот они не чувствуют духа города. У него так, да щемай. Белый город из камня, помните песню? У него скребшится термина тряба. Вот это отсутствие культуры. Я наполовину молдаванин, наполовину русский. И я могу чистить и тех, и других. И меня никто не обвинит там в национализме, в шовинизме. Потому что у меня родня и те, и другие. Вот ты, как еврей, попробуй. Тебе тут же пропишут шовинизм или чего. А мне не пропишут, Миша. Я говорю, как есть. Вот это отсутствие культуры, отсутствие вот того базового воспитания, и мы переходим с тобой плавно на тему образования. Кто-то сказал, что ничто так не важно в государстве, ничто, нет капитала и активов круче, чем человеческий капитал. А человеческий капитал – это образование, это культура и здоровье. И этика, конечно, основа всего. Как вот это сопрягается с экономикой? Оно сопрягается впрямую. Же, смотри, вот что у нас творится сейчас. В этом медицину тут доламывают. Образование, вот мы говорили. Кстати, по медицине, наверное, что это такое? Вот это пренебрежительное отношение к базе, вот главный капитал. Я про медицину, вы все, наверное, слышали, как бы сейчас такое вот. Повысили там 2-3 раза расценки за медицину. Говорит, ну вы не беспокойтесь, у кого есть этот, значит, он будет... Мне нравится аргумент. А давно не повышали? Нет. Кстати, но ты вдумайся в логику. Сейчас я в логику. В привычку эту идиотскую. Как цены давно же не повышали, так вот пора уже. Вот эта ориентация на повышение. Они подняли тарифы в 2-3 раза. Но вы, поскольку по полису вроде бы как бы платить не будете, хотя, в принципе, если кто приходит, допустим, в поликлинику и говорит, мне надо взять УЗИ, говорит, на этот месяц уже все раздали, и на второй тоже ты там не попадешь, может быть, на третий и так далее. То есть это одна сторона вопроса. Но самое главное, здесь следующий подводный камень. Вы обратили внимание, что это повышение провели не с 1 января, так, а провели значительно позже. Для чего? Для того, чтобы... Это я в этом почти убежден, что так оно и будет. Я тебе доверяю. Что к концу года они придут. Видите, у нас сформировался дефицит бюджета медицинского страхования. Сегодня работодатель и физическое лицо платят по 4,5%, то есть 9%.
Угу. Поэтому в следующий год, поскольку большой дефицит, надо платить не 9%, а, скажем, 12% по 6%. Так. И все, и закроется. То есть не идет проблема за счет того, что увеличить людям зарплату, создавать больше количества рабочих мест, и за счет этого увеличивать объем поступлений в фонд медицинского страхования. Да? А вот таким путем. То есть это тоже одна из таких дурок, которая как бы вот... проявляется постоянно. Да, да, которая нас пытается завести. Вот, вы помните, вот куда ни войдешь, куда ни ткнешься, вот, парадоксально, я как-то здесь на передаче говорил, что они с 2013 года перестали публиковать отчеты о деятельности муниципальных предприятий. Вот, то есть все в тайне. Муниципальное предприятие, да, да. Это такая, ну, не знаю, как пылесос. Да, 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 не да. Пред... Нет, я смотри, сейчас... хозяина как бы нету, народ хозяин. А сейчас твори, что хочешь. Сейчас была разборка. Зарплаты там. Сейчас была разборка, и вот Киртока сказал, что вот нельзя как бы повышать цены на маршрутки, да, которые как бы требуют. И прошла такая там советники, и им попала эта информация, она попала как бы в прессу. Значит, в 2013 году себестоимость перевозки пассажиров автобусом стоила 8 леев. Так. Сейчас больше 10. Себестоимость. Да. И тут у нас есть три маршрута, в том числе 23-й маршрут, там 10 с чем-то леев. Значит, и вот эта разница между 3 леями и 10 это платится из бюджета. Вот я, как экономист, есть такое понятие – экономия на масштабе. На масштабе. Угу. Почему делаются большие автобусы, а не маленькие? Чем больше автобус, тем дешевле себестоимость перевозки пассажира. На это, каждого это... отдельно взято. Конечно, да, себестоимость. Поэтому, если маршрутка вписывается в три, а не говорим даже городской автобусный парк, угу. где вокруг одного автобуса, кроме кондуктора и водителя, ходит 4 человека. Угу. Мы говорим частного, 23-й маршрут. Почему там 10 леев? Вот почему там... Себестоимость. Мы сейчас да, говорим да, да. не о билетах, да. а не два лея. Который а даже... себестоимость? Да, да. Во сколько реально обходится? Да. Нет. Вот эту разницу 7 с лишним леев, это доплачивает за муниципальный бюджет нет, этому автобусу. Я о чем да, говорю? Да. Посмотри, чтобы люди поняли. Да. А то еще перепугается, скажет, сейчас в автобусе. А я не знаю, какая себестоимость. Мы сейчас не говорим, какая себестоимость. Пусть не себестоимость. Говорим так, обходится в столько. Да, 10. По 10. Бумагам, по да, статистике. Да, да, и, да, все, да, да. Да? И получается, что эту разницу мы говорим, кто бюджет. Бюджет а бюджет городской. Кто формирует? Не граждане ли частной конечно, страны? Конечно. Вместо того, чтобы построить дорогу там, или навести порядок, сделать детскую площадку да. и так далее. Это будет уходит отдавать... куда-то в непонятно вот. Куда. Вот я говорю о логичности многих наших действий в нашей стране, которые это просто перед тем, как мы перейдем к образовательной проблеме. Угу. Теперь, если говорить об образовательной проблеме, понимаете, вот в жизни мне приходилось как бы участвовать и в создании новых мощностей, и предприятий. Построить предприятие нет проблем. Самое сложное для самой сложной техники. Но, и в принципе, если помните, в советское время был такой норматив, 1-1.5, ну никогда этого не вкладывал, mm-hmm. освоение этих мощностей после ввода их в действие. Но проблема заключается не в том, чтобы построить завод. А где людей найти? О, специалистов, которые обучены, которые знают, как работать, которые технологи, наладчики, станочники и так далее, те, которые работают за станками, а за оборудованием. А эти коллективы когда-то разогнали, и они пошли торговать трусами, там, бретельками. А многие уже на пенсию прошло. Да, да. Прошло время, да. И вот что делается у нас вот для того, чтобы восстановить вот этот потенциал? Дальше деградируется. Дальше идет процесс... То есть упорная деградация. Идет упорная деградация. Причем мы... Вот у демографов есть вот такое выражение. Демографическая яма, да, в которую мы попали. Угу. То есть у нас рождалось на 1000 жителей в 80-х годах более 20 детей. Так. Сейчас на уровне 10. Угу. Но здесь есть еще такое понятие, как еще демографический дивиденд и демографический бонус. Mm-hmm. Я объясню. Значит, дело в том, что поскольку количество детей в два раза уменьшилось, да, а, соответственно, в два раза меньше затраты на обучение детей, mm-hmm. на их здравоохранение и так далее. А люди-то остались эти. Да? И вот
те азиатские тигры, которые дали как бы большой подъем по 10% роста ВВП ежегодно. Имеешь в виду Гонконг, Южная Корея, да, Сингапур. Да. Угу. Они как раз попали тоже тогда в эту демографическую яму. Да. Но имея этот демографический дивиденд, они обеспечили вот эти из 10% ВВП, примерно 3-3,5% это было за счет демографического дивиденда. То есть они экономили на образование не из-за того, что они не учили. Просто детей не было, будем так говорить. Это естественная экономия. И этот период длится где-то примерно лет 30. Вот такой. Они это использовали. Мы сегодня кричим, что мы, вот как большое достижение, в этом году нам обещают, что мы где-то 3% ВВП будем, да? Так это, по сути дела, мы получили за счет демографического дивиденда. Понятно, да? То есть, как понятно, бы, да. Вот в чем проблема. И, к сожалению, ситуация, даже вот те дети, которые остались, я еще раз повторяюсь, то есть у нас сегодня третий нигде не учится. Вот этому, как бы, особенно это касается старших классов. И особенно, как наша уважаемая госпожа Майя Санду позакрывала еще кучу интернатов, что детишки там по крышам ночевали. Кошмар. Обрати внимание, европейский образованная тетенька работала в Штатах. Внимание, я говорю о очень серьезных вещах. Я тоже серьезно. О культуре. Я раскрою скульптуру. Как можно относиться так к детям в Китае? Вот я ж послом работаю, ля-ля-то-поля говорю. Если там в каком-то селе есть хотя бы несколько детишек, школу никто не закрывает. Это будут там учителя приезжать там в горный район, вахтово меняться или еще как-то. Но учебный процесс будет идти как заведенная машина. А ведь это недешево обходится. Одно дело вот в этих гигантских мегаполисах в китайских, где там и школы, и все там. И другое возьмем горные районы Тибета. Или еще где-то, не жалеют на это никаких. А у нас все, оптимизация, меньше скольких-то там детишек прикрыли, закрыли. Это что за... Это самоубийство для нации. Да. Я нацию понимаю как многонациональную. У нас путают национальность и нация. Да. У нас нация многонациональная. И поэтому для любого, какого не возьмешь села, района, надо спасать это, а не развалить. И еще одно. Так у учителя есть возможность, пусть немного учеников, пусть как, но возможность копеечку заработать, удержаться там, продолжить жить там, особенно молодые там учителя и так далее. А мы говорим, оптимизируем. В результате дооптимизировались. Несколько сот сел уже, считай, никто там не живет. Вымывается вся вот эта... Интеллектуальная прослойка, да, интеллигенция. Традиции умирают вместе там с этими селами. И никому до этого дел. Все в Европу стремятся. А ты мне только что говорил, Михаил, о том, что во Франции, в Германии и в других, вот сохраняют эти села, сохраняют вот это, и именно для того, чтобы сохранить вот эту национальную самобытность. Самобытность, да. А мы, европейцы, эх ты, с таким многонациональным укладом. И вот, когда мы пытаемся с кем-то равняться, то давайте задумаемся, можем ли мы когда-то сравняться с японцами, у которых всеобщее высшее образование? Всеобщее. Красиво и умно. Поэтому это потенциал страны. А у нас же даже вот кто вопреки всему и вся все-таки выучится и получит хорошее образование с большим интеллектом, он понимает, что... Здесь делать нечего, он уезжает. Вот в этом трагедия, что у нас идет еще такой как бы... Молодежь нацеливается уже изначально, да. Выпускники, да. Куда он уедет? Да, да. Если у него есть потенциал, будем говорить, образовательный и так далее, интеллектуальный и так далее, он уже понимает, что здесь он навряд ли останется, и он уже собирается уезжать. И поэтому, собственно говоря, и я называл эту цифру, у нас было... В 98-м году активное население 1 800 000, а сейчас спустились до 1 200 000. Но при этом численность активного населения в возрасте 55 лет и старше выросла, а в возрасте до 45 лет сократилась вдвое. Опа. Кто вдвое. Кто кормить будет потом?
вот этих. Да, да, да. Ну, у нас, вот смотрите, если говорить по такой коэффициенту среднего населения, у нас было 11,6, сейчас 16,6. Это количество жителей старше 60 лет к общему количеству населения. 16,6, но этот процент будет расти и дальше. То есть население у нас стареет, да. А активное население и молодое вымывается. Вымывается, да. Вымывается. Вот что мы, да. Что мы наблюдаем. Да, причем масштабы очень большие, огромные и так далее. То есть, и, к сожалению, многие и не собираются сюда возвращаться. Вот как неудивительно, когда читаешь... Например, по той же Италии информация о том, сколько там предприятий создали молдаване. Кстати, очень наши активные. Да, да, да. Очень активные. И там, но надо... обрати внимание, страшная истина. Молдаване за пределами своей страны активный. Как говорят молдаване, дискуркорец. Дискуркорец – это кто быстро ориентируется, встраивается в систему. Они же не ходят, как вот эти... ребята из Северной Африки не работать не хотят, дурака валяют, там всякие эти фокусы, проблемы с ними. Наши быстро встраиваются, они христиане, кстати, они в европейскую культуру очень быстро встраиваются. А у себя дома? Ну никак. Потому что уезжают самые предприимчивые. Еще раз. Вот смотрите. Нет, вопрос. А кто выдавливает этих? Не такие, как Михаил Федорович, которого обозвали Иудой, да? Да, да. И который кричал, что он там за нацию великий национальный герой и боец. И сейчас очень сомнительно, что в парламент он может только в парламент попасть прицепом к кому-нибудь, если его там возьмут. И вот смотри, и наши люди, которые за него трижды голосовали, и за его племянничков вот этих, один с миллиардом замазан, другой город разваливает до сих пор. Я спрашиваю о наших людях. Они ли от того ли, что низкий уровень политической культуры приводит к тому, что мы имеем в экономике, в администрировании, в образовании, медицине и так далее? Не только политическое, а, ну, давайте, что можно с Михаилом Федоровичем иметь, если ему 14 лет он учился, а потом, насколько я знаю, там просто, да поставьте ему тройку, пусть уже стыдно, как бы вечный студент. Вот смотрите, еще такой показатель очень некрасивый, тоже пару дней назад он был опубликован официальной статистикой. 4 года назад у нас было совершено 36,6 тысяч преступлений. В прошлом году 41,9. Так. Вот, рост 15%. Вот культура, вот образование. Население уезжает, да? Население уезжает, да. Да, сокращается, да, а количество преступлений растет. Растет. Да. Вот, вот наши достижения и так далее. Конечно, мы по части, наверное, экспорта преступности тоже часто не отстаем. Это да, нас спасает. Да, да, да. Что самые активные из этих нарушителей закона тоже смотрят, тут вроде особо ничего не состригешь, и тоже пользуясь вот этим визовым режимом. Теперь, Михаил, у нас заканчивается, к сожалению, время передачи. Вот. Все равно огромное количество вопросов и проблем тебе удалось, спасибо огромное, осветить. Вот. Что бы ты на прощание вот в эту полминуты сколько сказал бы нашим дорогим соотечественникам? У нас есть, по сути дела, беспрецедентный шанс. Вот мы имеем сейчас нового президента, да, который пытается все это болото перетряхнуть и изменить, как бы, ситуацию в стране. Ему надо помочь. И от того, как мы все подставим плечо под те начинания, под те стремления и так далее, будет зависеть от того, будем ли мы деградировать дальше, или мы все-таки вырвемся из этого болота и получим, как бы, достойную ту жизнь, которую мы хотели бы иметь. И короче, надо... повышать свою политическую культуру и активность. Да, да. Большое спасибо. И вам спасибо. Уважаемые телезрители, уважаемые соотечественники, у нас в гостях был Михаил Посик, экономист, профессионал своего дела, человек очень высокой культуры и человек, который глубоко понимает наши национальные традиции, национальные в плане всех национальностей, которые проживают на нашей многонациональной земле. Спасибо за внимание.
поддерживайте все те проекты, которые устремлены в будущее. Потому что политик, ценность политика видна только по его делам. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Как сказала моя внучка, владеющая обеими языками, она сказала так: «Сын тыем вас Мартием».